Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Среди известных личностей довольно мало звезд, которые добились всего самостоятельно. Судьба многим дает шансы, однако использовать их достаточно тяжело. Российская актриса Евгения Осипова прошла непростой путь, но она смогла заставить себя справиться со всеми трудностями и стать отличной актрисой. Многим девушка известна по фильму «Доярка из Хацапетовки». Она снималась и в других картинах, почти везде играя немного наивную, честную и скромную девочку. Фильмография актрисы насчитывает около 40 ролей. Евгения стала счастливой женой и мамой. Семейное счастье для нее стоит выше успеха в творческой карьере. Ее личная жизнь очень похожа на добрые сказки о любви. Евгения родилась в городе Тула 24 мая 1986 года. Ее родители были простыми людьми из народа. Когда девочке исполнилось 9 лет, у нее умер отец. Его смерть произошла внезапно, в 30 лет. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Затем начался сложный период. Мама старалась сделать все, чтобы девочка не чувствовала материальных трудностей. Женя занималась спортом и танцами, а в 14 лет увлеклась модельным бизнесом. На фотографиях она выглядела прекрасно. Это дало повод московскому агентству заинтересоваться юным дарованием. Для развития карьеры был необходим переезд в Москву. Финансово семья не тянула столицу. Подростку пришлось самостоятельно устраиваться в школу, подрабатывать в Макдональдсе и выживать, надеясь на исполнение желаний. Евгения уже довольно давно снималась для разных журналов и чувствовала себя уверенно в столице. Однажды она ловила машину, водителем оказался Сергей Безруков. Именно эта случайная встреча перевернула жизнь. В простой беседе девушка убедилась, что нужно идти вперед к своей мечте и учиться на актрису. Она поступила в ГИТИС. Вот так случайная встреча могла предопределить судьбу человека. Стоит отметить, что так как повезло Евгении Осиповой, везет не каждому актеру. Как только девушка окончила вуз, она сразу получила приглашение сыграть главную роль в сериале «Доярка из Хацапетовки». Женя блестяще передала образ провинциальной девушке Кате Матвеевой, которая приехала в Москву, чтобы поступить в кулинарный институт. Эта роль принесла Евгении народную любовь. После премьеры фильма Осипова стала знаменитой актрисой. Сама Евгения Осипова очень любит персонаж Катю. Она говорила, что во многом ее жизнь похожа на жизнь самой актрисы. Возможно, именно это позволило вызвать искреннюю любовь зрителей. В каждой новой работе девушка раскрывается как интересная личность. Она удивительно милая и искренняя. Этот типаж редко встретишь в картинах. Продолжительный период времени личная жизнь Осиповой была неопределенной. Конечно, все время актриса Осипова Евгения личную жизнь скрывать не могла. Именно поэтому фанаты знали об активных ухаживаниях разных мужчин. Серьезные отношения не складывались. Девушка искала действительно настоящей любви. Она встретила ее в работе. На фильме «Башня» во время сцены с поцелуем кинооператор не смог сдержать ревность и признался в чувствах. Так начались отношения с Анатолием Симченко. Они развивались стремительно, совместная жизнь закончилась счастливой свадьбой. В 2012 году родился сынок, а через 3 года пара Анатолия Симченко и Евгения Осипова обрадовали своих фанатов вестью о рождении дочери. Ежегодно актриса участвует в съемках 3-5 фильмов, и в основном она играет главные роли. На сегодня в фильмографию актрисы входит более 40 фильмов. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!